Учитывая, что недавно приняли новое положение о выборах делегатов Курултая, вы собираетесь, как представитель Мелиферка или Мелиферка, участвовать в выборах делегатов Курултая? Вы знаете, вопрос об участии нашей организации в выборах делегатов Курултая очень остро стоял еще в 2008 году перед выборами делегатов 5-го Курултая. Тогда также была создана комиссия, которая вырабатывала новое положение выбора. Мы туда делегировали нашего председателя исполкома Аблаева Решата. Не просто делегировали, чтобы там просто он высказывал какие-то там мнения и позиции. Мы его делегировали с подробно развернутым, так сказать, нашим видением и положением того, по каким принципам должны избираться представители народа. Вот. И как должны формироваться, в том числе, Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии на местах и так далее. Вот. Но, к сожалению, все осталось как есть. И поэтому, проанализировав тот период, мы пришли к выводу, что при этих условиях выборы превращаются в фарс. А в фарсе наша организация никогда не участвовала и участвовать не собирается. Так вот, что касается нового положения, я могу вам сказать, по многим позициям, оно еще хуже, чем то, по которому избирались делегаты 5-го Курултая. Я поэтому представляю, во что превратится вот то собрание, которое они назовут шестым Курултаем, так скажем. Поэтому, конечно же, при еще более худших условиях, но участвовать в таких этих самых махинациях мы никогда не будем.